Противостояние достойное финала. И не сказать, что парни борются за выход в 1/4. Накал нервов и эмоций растет с каждой подачей. Обе команды равны. В нижегородском ФОКе «Щелковский» проходит финальный этап первенства России по волейболу среди юношей 2003-2004 года рождения. Это возраст молодежных команд, в том числе и сборных. Традиционно команды сильные – это те, где есть молодежные лиги при командах Суперлиги. То есть это Москва, Новосибирск, Белгород, ну, как бы все команды, представленные в чемпионате России, команд Суперлиги. Там, естественно, есть молодежные лиги и группа подготовки. То, естественно, они уже собирают ребят из других регионов. Статус соревнований высокий. На него приехали 16 команд с нескольких регионов России. Поэтому игры разделили на две площадки. 8 команд играют здесь, в Щелковском. Другие 8 на базе с Дюшор номер 4. Уровень довольно хороший. Дети кандидаты, мастера спорта, первые разрядники. И по ростовым данным очень хорошие. Хорошие ростовые данные в Нижнем Новгороде, хорошие ростовые данные у Москвы. Сборная Нижегородской области в играх 1/8 в первом матче встречается со сборной Московской области. И матч получается богатым на события. Никто не хочет отдавать ни одной подачи. 25-22 первую забирают парни из Подмосковья. Во втором сете нижегородцы проседают и отдают 25-18. А дальше начинается самое интересное. В длинной партии обе команды идут наравне и не отпускают друг друга дальше 1 очка. И за счет характера ее забирают нижегородцы 31-33. В четвертом сете болельщики ожидают похожей игры. И почти до самого конца так и было. И все же сборная Московской области берет верх 25-23 и 3-1 по итогам матча. Они ничем не оказались сильнее. Но по сути это просто наша ошибка. У нас не было подачи, не было приема. Мы выиграли 4 из 5 игры, вот если не считая эту. Пока идем уверенно, но вот... Ну вот эта игра чуть-чуть сделала нам спад. Но ничего, мы настроимся на игру, и я думаю, у нас все получится. Парни не опускают руки. Впереди еще игра с Новосибирском. Там и будет решаться судьба выхода в 1/4 финала. Матчи будут проходить почти всю неделю. Финальные игры пройдут 27 февраля в ФОКе «Щелковский». Начало в 9:00. Артемий Катков и Алексей Завылов. Время новостей.